При Воскресенском архиерейском подворье в Череповце открылся клуб настольных игр «Мельница». Прийти поиграть могут как дети школьного возраста, так и их родители. С инициативой создания такой площадки на базе воскресной школы выступил сотрудник городского музейного объединения Иван Овтин. Он и стал руководителем клуба. По мнению организатора клуба, настольные игры помогают развивать коммуникативные и организаторские навыки, не говоря о зрительной памяти, внимании, сообразительности, логике, воображении и образном мышлении. Кроме того, с их помощью можно заинтересовать детей школьными предметами, которые кажутся им скучными.